На повестке дня – безопасность на дороге. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили несколько важных вопросов, в том числе работы на региональных дорогах, установку искусственных неровностей и пешеходных переходов. В следующем году вводится в эксплуатацию регбийный стадион в Монино. Продолжается реконструкция усадьбы Гребнева. Вместе с этим жители ждут изменений в организации дорожного движения. Работу по организации безопасного движения в Монине планируют завершить к открытию арены. А вот подход к усадьбе будет организован уже скоро, от Гребнева до Новой Слободы. Кроме этого, планируется будущее обустройство автобусных остановок. Нам нужно проработать вопрос вместе всем. Это установки двух павильонов остановочных пунктов. Почему? Потому что у нас начинается массовое там проведение мероприятий. Летом будет много массовых. А 24-26 августа огромное вообще мероприятие с большим приездом гостей. Это душомовские маневры. Провели анализ аварийности на автомобильных дорогах нашего округа за 5 месяцев этого года. На территории обслуживания ЮВД Щелковска зарегистрировано 976 ДТП с материальным ущербом, что на 166 меньше аналогичного показателя прошлого года. За 5 месяцев, соответственно, у нас произошло 26 ДТП, в которых пострадали люди, что на 16,12% меньше. Довольно прилично, почти на 1/3 сократилось по сравнению с предыдущим таким же периодом за январь-май по отношению к 2018 году. По результатам заседания рабочая группа проверит несколько адресов, где необходимо обустроить искусственные неровности и пешеходные переходы. Кроме того, на комиссию были приглашены члены общественной палаты. У них была возможность высказаться и внести вопросы в повестку следующего совещания. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».